зайдем с вами в храм, в костел, посмотрим, что здесь. 1610 года, если я не ошибаюсь, если мне правильную информацию дали, этот храм. Самый старый крест здесь, ему 400 лет, который был, когда основывали город и здесь сделали церковь, костел. Сейчас мы идем с вами в женский монастырь. 1700 года он развалился. Осталась только вот эта вот часть колокольня. Сейчас мы на нее поднимемся и сделаем обзор сверху. Тут музей внутри. Вот такие корабли, судя по всему, охраняли раньше Кубу. Доплер-радар или что это такое сверху стоит, судя по всему. Два пулемета. Короче, здесь оказывается внутри еще музей. Мы думали, что это подняться на колокольню стоит один кук. Стоимость билета, кстати, один кук. Здесь оружие. Землянка. Мы сейчас с вами в музее находимся, посвященном партизанскому движению, музей свободы. Здесь вот сзади у меня на фотографии наш бык спалил землю. Как вы думаете, кто это? Напишите в комментариях, кто знает. И после какого события сам человек? Когда Фидель Кастро, его град в вашем шипе. Но у них были все эти люди, они не только так, когда он пожил. Камиль Сан-Фьего и Че Гевара. Эрнесто Че Гевара. Маленький экскурс в историю. Фидель Кастро, они, вот это вот на фотографии здесь, они пытались захватить тюрьму, 150 человек против 1500. Конечно же, их всех половина погибла, половину посадили в тюрьму. Фидель дали 3 года, он отсидел, уехал в Мексику. В Мексике начал готовить ячейку, подготовил 82 человека. Вот на этом корабле они приплыли освобождать Кубу. Их, конечно же, сразу встретили, 1500 солдат где-то или больше, там самолеты, танки. Из них осталось только 12 человек, но это вот самые известные их лидеры. Фидель, Рауль, Че Гевара, Эмиль. Ну, это 4 кубинских лидера, которые организовали революцию и победили в ней. Сейчас мы с вами поднялись на 2-й этаж. Отсюда открывается вид. Мы сейчас поднимемся еще выше с вами, вот туда, вот на колокольник. Горы. Очень красивый вид. Идем дальше. Это уже 3-й этаж. Ступеньки деревянные. Они тут вообще любят все из дерева делать. Перекрытия деревянные. Фу.
И это еще не самый верх. No car. Колокольня. Мы с вами на самом верху. По ощущениям подниматься на 6-й этаж сюда очень страшно. Потому что ступеньки здесь деревянные, они шатаются, и ты понимаешь, что тут нету металла никакого, никакой арматуры, 6-й этаж и деревянные ступеньки. Ну, очень острое ощущение, рекомендую. Ну, а вид, конечно, открывается отсюда шикарный. И еще разок. Кстати, два вида черепицы. Одна испанская, одна французская. Вот эта вот испанская, судя по всему, а французская, она более такая сбитая. Возможно, вот это вот. И черепицу нельзя менять. Подъем. Ощущение, ты вроде бы уже спустился, а нет. Еще ступеньки. Спустился, а нет, еще ступеньки вверх. Поднимаешься, то же самое. Вроде бы ты уже поднялся на самый верх, оказывается, нет, это не верх, ты еще выше поднимаешься. Такая бесконечная. Горы, город горами окружен, точно так же. Тоже прям. Это начальная школа у них. Вот так проходят занятия. Это классы. Ну и здесь реально учатся, чтобы вы понимали. Это не просто. Еще классы. Интересно. Cada grupo tiene su clase porque es de kindergarten hasta 6-й класс. Спасибо. И здесь еще, видите. Такие hacen clases también. Как говорит... Amigo, ¿no te va a dar alguna ayuda para la escuela, para los bambinos? Сейчас, спасибо. Пожертвование надо оставить. Это начальная школа, здесь учатся как от маленьких детей до больших детей. Ну, вы видели, да, то есть очень интересно, такая, как у нас в Советском Союзе, наверное, какая-то деревенские школы, что-то похожее, такие небольшие. Мы заканчиваем экскурсию с вами по Тринидаду. Все основные достопримечательности мы с вами посмотрели, нам все показали. Интересный город. Однозначно рекомендую его посетить, посмотреть, для того, чтобы обогатиться и понять кубинскую культуру, Кубу. Вот и закончилась наша экскурсия по Тринидаду. Мы его заканчиваем там же, где и начинали, возле въезда в город. У них такой знак интересный.